Привет, друзья! Мы зашли в магазин, где все по 99 центов. Большущий магазин. Здесь чего только нет. И все за доллар примерно. Пакеты для мусора мы здесь покупаем. Салфетки для рук. Совсем немного что-то из еды еще берем. Сейчас пройдусь, покажу. Ну вот, надо взять нам пакеты для мусора. Все по 99 центов. И вон их сколько разных. Здесь тоже по 99 центов бумажные полотенца. Туалетная бумага. Напитки там. Сейчас Ева танцевала. Женщина опять прошла. Говорит, мне нравится, что ты делаешь. Мне нравится, как ты танцуешь. Тоже похвалила. Улыбнулась. Фольга алюминиевая. Тоже все по одной цене. Тоже много-много разной здесь фольги. Вот такие вот формы для духовки, для... Ну, некоторые в барбекю используют. Посуда одноразовая. Для машин много-много всего. Всякие крючки, мелочи, всякая-всякая-всячина. Здесь чего только нет. Горшки, ведра, там лампочки. Для машины тряпку, наверное, возьмем. Освежители воздуха немерено. Вешалки. Стиральные порошки, отбеливатели, кондиционеры, всякие чистящие, моющие средства. Здесь все по 99. Чуть выгодно такие вот вещи покупать именно здесь. Потому что в обычных магазинах они гораздо дороже стоят, и то же самое. Губки, прищепки, чего здесь только нет. Для зубов всякие штуки, шампуни, мыло. 1000 ушных палочек тоже стоят 99 центов. Контейнеры разные. Здесь сколько пазлов, мыльные пузыри, игрушки разные. Все тоже по доллару. Такие вот всякие развивающие игрушки. Вот такие вот. Это для маленьких совсем вставлять. Смотри, вот эти тоже как пазлы. Смотри. Подбирать по размеру и по форме. Ага. Бита. Да. Тарелки. Что тут еще есть? Всего-всего. Вон набор доктора. Тоже игрушки, он целый ряд. Это ракета. Это для купания деткам. Лягушки, уточки. Это ракета? Да. Папа, это ракета? Это ракета. Класс. Да, и вот так вот. Так, тут... А, это насос. Его, короче, оттягиваешь, ракету ставишь, отпускаешь. Он сокращается, и ракета под напором воздуха улетает. Возьми, это если, что тебе, за уродцы, возьми, если тебе нравится, возьми, Ева. Мам, не нравится. Это что за уродцы, Виталий? Не знаю. Ой, какие страшненькие. Мне такие не нравятся. Такие не, не будем покупать, да? Это мыльные пузыри? Спрей для волос. Машинки. Пластмассовые, правда, не очень хорошие. Полицейский джип. Полицейский джип, да. Ну, такие они одноразовые, наверное, очень хлипкие. Шампуней полно-полно. Даже есть кое-какие медикаменты. То есть, скорее всего, ну, витамины здесь. Масло чесночное, вон рыбий жир, обезболивающее, спирт
есть в этом магазине. Мы берем вот такие салфетки по 99 центов. Девочки с принцессами берем себе вот такие. На столе у нас стоят, удобно оттуда вынимать и руки вытирать. Раз решили вот такие салфетки взять. Такие. Вот. Картинки такие продаются. Рамки для фотографий, зеркала. Тоже рамки все для фотографий. Вот их сколько. О, кстати, какая картина симпатичная, с листочками. Люблю это сочетание таких цветов, красного, желтого, оранжевого. Антидепрессивные цвета, радостные. Это все для творчества. Сколько здесь всего, и тоже выгодно вот именно эти вещи здесь покупать, чтобы дети развивались, клеили, рисовали, лепили. Очень много здесь всего. Вон сколько. Это все до конца. И с этой стороны еще. Здесь вот шампуньки, мыло детские. Салфетки там, заколки. А здесь вот фломастеры. И все для творчества. Цветная бумага. Пробуем вот. Да, напитки. Здесь напитки. Не так, как в российских кафешках, что вы можете купить только один стакан и все. Здесь как... подходишь, постоянно наливаешь сколько хочешь и чего хочешь. Тебе дают один стакан и вот такая кафешка красивая. Здесь мексиканскую еду продают. Мексиканская кухня здесь. Да, да, но красиво. Сейчас папа нальет тебе. Вот так выглядит этот магазин. 99 центов. Сейчас снова на кассе темнокожая кассирша сказала, что нам Виталика смотрит, типа, это ваш ребенок. Он такой, да, спасибо. Я говорю, да, это точно, говорит, это ее, его ребенок. Но она имела в виду, что он, она похожа на него. Вон. И в то же время потом говорит, и глаза ваши, и нос ваш. Виталий говорит, это наш ребенок. Она говорит, конечно, но она на вас похожа. Ну, на Виталика. На какая луна у нас сегодня. Такая пятнистая, желто-оранжевая. Вот что мы купили. Немного сегодня купили. Нам много и не надо было. Опять Еву всю расхвалили, какая она красивая, хорошая девочка, и что похожа на папу. Это мы в Бурлингтон развлекаемся. Я черный рыцарь. Виталь, покажи этот Don't Worry. Такие смешные футболки здесь, мы вообще угораем не можем. Это еще какая на огромных людей. Майка Спанч. Тут мы ржем не можем. А, вон еще синяя, смотри. Это майки, вот эти все одежда вся для больших и толстых людей. Да, и они вот так просто... случайно придуманные вещи становятся легендами. А также друзья китайцы нас просто радуют. Веселят. Кугл. Еще 12.99 кугл стоит. Какая футболка. Да, я так думаю, все-таки тут... Это куги, это не куга. Но куги? Видишь, куги, это типа Y буква. А-а-а. Но выглядит как L. Все равно они как бы пытались, да, этот логотип. Да, я усматриваю в этом Google, да? Как это называется?
использование марки. Просто немножко переделали, а так смысл. Виталик видит, не прикупить ли тебе? Я видел еще хлеще. Мы в магазине Бурлингтон купили шортики мне на лето. Что? Такую вот маечку. Так красиво сидит, кстати. Это мои тоже одни из любимых цветов. Серо-черное сочетание. И вот такую серо-красную футболочку мне. Виталику вы видели, сколько мы футболок пересмотрели. Но как-то нам не очень, ничего не выбрали Виталику. А еще мы вот такой тренажер взяли Виталику. Почему только Виталику? Потому что я как разогнусь, так и не согнусь обратно. Потихонечку. Ты чья дочь? Я папина дочь. Папина дочь. А мамина? Нет. Почему это? Твоя и все. Твоя логика неоспорима. Окей. Все, мы уходим из магазина Бурли. Сегодняшний день, наше приключение мы хотим закончить вот в этой кафешке. Мы тут ни разу еще не были. Пола Локка. Это мексиканская, по-моему, кафешка. Вот пойдем посмотрим и цены, и как там вкусно или нет. Пойдем на разведку, да, Ева? Да. Кафешку. Да. По магазинам прошлись. Вот такое меню здесь. Мы еще не решили, что закажем. Пробуем вот. Да, напитки. Здесь напитки не так, как в российских кафешках, что вы можете купить только один стакан и все. Не подходишь, постоянно наливаешь сколько хочешь и чего хочешь. Тебе дают один стакан и вот такая кафешка красивая. Здесь мексиканскую еду продают. Мексиканская кухня здесь. Да. Еве подарили какие-то штучки. Карточки, да? Да. Что это такое? Ну-ка покажи нам. Пляж, пальма, парусник, волны. А здесь что? А, это наклейки. Ух ты, какие красивые, яркие. А это тоже что ли? А, нет. Это вот на эти картинки нужно наклеивать наклейки. Это что такое, Ева? Покажи, что ты наклеиваешь. Крабика? Да. Давай вот сюда возле моря его. Как он ползет. Да. Еве взяли чай, чтобы ей лимонада не пить. Виталик, как всегда, кока-колу любит и всякие там пепси. А я люблю фанту. Ну и то иногда. Мы часто не едим такую вредную еду, ой, вредные напитки и все такое. Иногда хочется, но мы не злоупотребляем, да, Виталик? Мы не злоупотребляем лимонадом? Нет, нет. Это происходит очень редко. Ну ладно, мы не так часто это делаем, не так часто едим. О, молодец, Ева! Воду человечка на доске, да? Посмотри, как она ровненько. Смотри, как ручкой, да, тетеньку возле зонтика. Молодец. Ну вот, детей везде-везде стараются развлекать. О чем мы сегодня и говорим? А вот мячик. Принесли еду. Взяли кукурузку, вот такие вот салаты. Виталик рис взял и ножки мы взяли куриные. И вот такие вот мексиканские, что это? Тако. На лепешке вот такой вот. На кукурузной лепешке, на тортилье идет тут мясо, гуакамоле. И вот столько еды нам. Здесь еще, кстати,
кстати, такая же вот лепешка с содержимым. Вторая. Вот эта вся еда и напитки нам обошлись $25.34. Там, где Виталик сейчас, там можно соусов разных взять. Острых и не очень, сладких разных. Вот лук даже он тут. Помидорки. Там все почикано. Да, все полезно. Это просто ты сам набираешь, это бесплатно. Ну все, нам приятного аппетита, да, Виталик? Да. Вот в тот колокольчик можно позвонить, когда уходишь, если тебе все понравилось. И тогда работникам будет очень приятно, что ты доволен и обслуживанием, и едой. В банках тоже есть колокольчики, тоже можно позвонить. Это в кафешках бывают такие колокольчики, с помощью которых можно поблагодарить персонал. Нам сказали, you're welcome, пожалуйста.